Не одним спортом полна земля чувашская. Стихи Геннадия Аги на английском, шведском и норвежском языках. В Чебоксарах в литературном музее прошла презентация переводов чувашских стихов великого поэта Ултысова. 6 стихов. Наша съемочная группа слушала, как звучит Айги на разных языках. Ах, шаромни аври, волшанна таткаланна, тельдель топра хури, тельдель типсе саравна. Men så i morse kom frosten och gjorde vägar och stigar till ett virvar och fårornas raviner till ett gytter av brustna broar. Kom så går vi ut och tittar. В этой книге все 6 стихов Айги на чувашском, шведском, норвежском и английском языках. Работа переводчиками проделана колоссальная. Швед Микаэль Нюдаль год назад провел в Чувашии 3 недели. Все это время он посвятил изучению стихов Айги, а помогала ему сестра великого поэта Ева Николаевна. Именно она сделала подстрочный перевод стихов с чувашского на русский, а позже Микаэль перевел их уже на шведский и передал накопленный материал Питеру Франсу, члену британской Академии и Королевского общества Эдинбурга, лауреату премии Василия Миты и просто близкому другу Геннадия Айги. Так стихи появились и на английском языке. Гораздо Михаэле было, я не сказал бы, легче, но он все-таки имел преимущество надо мной, что он долго работал с Евой Николаевной над этим материалом. А я просто переводил немножко... Ну, слепых, если можно так сказать. Так что я и уверен, что я мог бы лучше, но я делал то, что мог. Доставила совместную работу с Михой огромную просто радость. Это была настолько кропотливейшая работа, кропотливейшая. И всегда вот это настолько гениальные стихи, настолько богатые. Хотя Айги писал стихи на чувашском и русском, себя он считал чувашским поэтом, пишущим на двух языках, вспоминает Ева Лисина. Еще 30 его стихов на чувашском языке готовы к переводу и ждут своей очереди. Ранее, в 1991 году, Питер Франс перевел с русского на английский и издал антологию чувашской поэзии, составленную Айги. На шведский язык ее перевела Анника Бэкстрем. В общем, русские стихи Айги переведены на 56 языков мира. Есть универсальный язык поэзии. Он одинаков для всех языков. Там есть такие, ну, какие-то точки, какие-то правила определенные, аксиомы, скажем так. Они на любом языке одинаковы. Если такой поэт к этому приближается, к этому, ну, хотя бы там азы этого мирового, в кавычках, языка поэзии постигает, ну, это Хлебников называл звездный язык, тогда все, он понятен на любом языке. А Айги такого уровня, он достиг. Сборник перевода стихов Айги стал своеобразным подарком к 80-летнему юбилею великого поэта. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.